Добро пожаловать не только в Тринити в целом, особенно если это ваш самый первый семестр в ТЭДС, но и на этот курс в частности, курс по философии и богословию Сёрена Кьеркегора. Для начала давайте рассмотрим учебный план. Обратите внимание, в каталоге написано «Глубокое изучение философии крупного религиозного мыслителя, такого как Августин, Фома Аквинский, Кьеркегор, Тилих, Хартсхорн». Такая вот разношерстная компания. Как вы понимаете, мы будем изучать творчество Кьеркегора. И даже если бы его в этом списке не было, курс все равно бы был, поскольку список этот далеко не исчерпывающий. Так чем же мы будем заниматься? Во-первых, я познакомлю вас с предпосылками философского творчества Кьеркегора, в том числе и с его биографией. Надо сказать, существует немало философов и богословов, изучение творчества которых не требует исследования их биографии, поскольку события их жизни, как представляется, не оказали значимого влияния на то, что они писали, по крайней мере, в своих богословских или философских трудах. С Кьеркегором же дела обстоят иначе. События его жизни самым существенным образом повлияли на его философское творчество. Как вы увидите дальше, некоторые трактаты Кьеркегора как раз и были способом, посредством которого он мог обратиться к тому, с чем сталкивался в жизни. Поэтому нам важно узнать и понять, какие жизненные события побуждали, мотивировали Кьеркегора писать то, что он писал. В числе других предпосылок творчества — реакция Кьеркегора на философию Гегеля. В то время, когда жил Кьеркегор, философия Гегеля была господствующей практически во всей Европе, в том числе и среди христиан Дании, хотя, вероятно, и во многих других странах тоже. Как следствие, Кьеркегор ощущал, и, думаю, вполне обоснованно, что это ведет к своего рода мертвой ортодоксии в датской церкви. Он полагал, что его соотечественники слишком несерьезно относятся к своим взаимоотношениям с Господом. В общем и целом, люди считали, что если ты рожден в Дании, то ты, безусловно, христианин, ведь Дания — христианская страна. Впрочем, образ мыслей просто людей и ученых и в других странах тоже определялся практически тотальной приверженностью философской мысли и методологии Гегеля. Поэтому без рассмотрения Гегеля нам не обойтись. Да, курс посвящен Кьеркегору, но в нем также будет вводная часть, где мы рассмотрим ключевые темы и методы философии Гегеля. Извинений за это я не приношу, думаю, для вас это только бонус. Как только вы изучите предлагаемый материал по Гегелю и начнете знакомиться с философским творчеством Кьеркегора, то поймете, что без знакомства с Гегелем некоторые моменты у Кьеркегора показались бы вам совершенно не связанными ни с какой философской мыслью того времени. Но поскольку Гегеля мы все же будем касаться, вы увидите, что на самом деле так Кьеркегор откликается на определенные мысли и идеи этого философа. Для Кьеркегора это было очень значимо. Наш курс также предполагает знакомство с основными идеями философского творчества Кьеркегора, но не в формате краткого обзора,
а в ходе прочтения ряда его работ, то есть непосредственного знакомства с тем, что и как писал философ. Если ничего не знать о жизни писателя, то может показаться, что к философии некоторые его сочинения вообще отношения не имеют. У вас может сложиться впечатление, что вы читаете просто художественное произведение, роман, короткую историю или что-то в этом роде. Что ж, полагаю, тем интереснее и приятнее будет чтение. Порой вы даже будете ловить себя на мысли, не совсем понятно, какое отношение эта работа имеет к богословию или философии, но написано совершенно точно увлекательно. Хочется надеяться, что ваше недоумение мы устраним и философско-богословский характер произведений покажем. А вы, между тем, получите больше удовольствия от чтения сочинений этого мыслителя, чем от строго аргументированных трактатов, изобилующих абстрактными терминами и подобного рода премудростями. Ничего подобного в подавляющем большинстве случаев у Киркегора вы не найдете. Курс также нацелен на то, чтобы на материале сочинений философа показать, почему он считается отцом экзистенциализма. Его называют основоположником так называемого христианского экзистенциализма, а Ницше — атеистического. В чем-то их основные идеи немного перекликаются, однако подход Киркегора коренным образом отличается от подхода Ницше. Поэтому, несмотря на некоторые незначительные сходства во взглядах этих мыслителей, их позиции имеют существенные различия, и вы это увидите. Одна из них — сугубая приверженность Киркегора христианству и отсутствие интереса к религии и Богу у Ницше, который, повторю, писал в совершенно другом ключе. Ну и очень надеюсь на достижение цели, обозначенной в пункте «Д», а именно на то, что по мере знакомства с сочинениями Киркегора, отражающими его собственные духовные борения и переживания по поводу происходящего в то время в датской церкви, вы будете переосмысливать свои отношения с Господом, и в частности, размышлять над одной из основных тем в философском творчестве Киркегора, а именно, что значит быть или стать христианином. Мыслитель говорил так: «Не уверен, что могу вполне считать себя христианином. Скорее, я пытаюсь им стать». Такая позиция в корне отличалась от позиции огромного количества его соотечественников. По их мнению, сам факт их рождения в Дании и принадлежность к язычникам, а не евреям или какому-то другому народу, несомненно, делали их христианами. Киркегор же неустанно повторял: принадлежность к христианству в подлинном новозаветном смысле этого слова не определяется ни местом рождения, ни фактом посещения церкви, ни другими подобными вещами. Помимо прочего, мы довольно скоро будем рассматривать выделяемые Киркегором три стадии человеческого существования. По мнению философа, в жизни у человека есть разные пути. Можно жить на чисто эстетическом уровне. Чуть позже все эти уровни мы будем обсуждать более подробно. Можно выбрать этический образ жизни,
а можно выйти на самую высокую, религиозную или духовную стадию. Детальное объяснение стадий человеческого существования, их значение и содержание в ходе курса будет представлено. Думаю, кто-то из вас найдет предложенную Киркегором классификацию любопытной и обнаружит, что на определенном этапе своей жизни он в основном проявлял признаки эстета. Потом повзрослел, стал более зрелым, да еще и христианином. Да, мы прогрессируем от простого наслаждения жизнью, от чистой эстетики к жизни, в которой начинаем делать выбор и принимать решения по поводу действительно значимых вещей. И это уже этическая стадия. Хороший уровень. Быть этиком лучше, чем быть эстетиком, ведь последнего интересует только... Какая музыка мне нравится, такая или эдакая? Или какого цыпленка я люблю? Приготовленного на вертеле, жареного или стир-фрай? Подобные вопросы характерны для эстетического уровня, эстетической стадии жизни. Однако с точки зрения основного направления жизненного пути, критического значения они не имеют и определяющие роли не играют. Как только вы нацеливаетесь на принятие действительно жизненно важных решений, вы приходите к необходимости выбора пойти собственным путем, стать приверженцем какой-то философии или уверовать в Бога и начать исполнять Его волю, явленную в Священном Писании. Именно этот прорыв с этической на духовную стадию знаменует достижение самого высокого уровня существования. Надеюсь, что осмысление содержания стадий человеческого существования по Киркегору станет для вас полезным инструментом для оценки собственной жизни и ее развития, не говоря уже о понимании текущего состояния своих взаимоотношений с Господом. Кто-то из вас скажет, разве не очевидно, что я уже на религиозном уровне? В конце концов, я семинарист. Вероятно, это так. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из наших студентов находился на той стадии, которую Киркегор именует эстетической. Однако не исключено, что зачастую мы живем скорее как этики, а не как религиозные люди. Просто держите эту мысль на задворках сознания, так сказать, и не забывайте об этом. Как только вы более глубоко осмыслите особенности названных стадий, вам будет легче проанализировать собственную жизнь, оценить здравость, если можно так выразиться, церкви, общины, христианского сообщества, ну и если у вас есть дети уже не совсем маленького возраста, то также понять, на какой стадии находятся они, чтобы в разные периоды жизни и развития акцентировать их внимание на определенных вещах и познакомить их с тем, с чем необходимо познакомить. And expose them to certain types of experiences. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ну что ж, на этом пока остановимся. Более подробно данную тему
мы будем разбирать чуть позже. Теперь, что касается требований. Самое основное — материал для чтения. В обязательном порядке магистранты и докторанты должны прочесть, во-первых, сборник сочинений Кьеркегора под редакцией Роберта Бретала. На эту книгу мы будем ссылаться, и к ней будем довольно часто обращаться. В нее Бретал включил такие произведения мыслителя, как «Или-или» и ряд других, которые отражают ключевые аспекты философии Кьеркегора. Вам не придется перелопачивать горы его сочинений для того, чтобы, по сути, прийти к тем же выводам, что и после прочтения антологии или хрестоматии. Сюда же входят некоторые духовные размышления философа, а также ряд заметок из его дневников. В этот раз я решил этого не делать, но обычно курс по Кьеркегору я начинаю с цитирования из этого самого сборника, небольшого фрагмента работы мыслителя, который, по сути, представляет собой его духовные размышления, размышления о Боге. Мне кажется, он побуждает нас исследовать собственные отношения с Господом. Так вот, хотелось бы сделать это сейчас, потом я выслушаю ваши молитвенные просьбы, мы помолимся и начнем занятия. Не уверен, что на следующей лекции мы поступим так же, но это вполне возможно. По крайней мере, на наших занятиях в этом семестре я хотел бы такое практиковать. Следующая книга, которая будет вам полезна, написана Уолтером Лоури, и называется она «Краткая жизнь Кьеркегора». Произведение читается легко, написано оно просто и ясно. Эта книга относительно небольшого объема и описывает она основные события жизни мыслителя, то, что оказало на него влияние. Если у вас ее нет, пожалуйста, найдите и начните читать параллельно с теми работами Кьеркегора, которые будут заданы в самом начале курса. Так вы получите неплохое представление о Кьеркегоре как человеке и о тех жизненных событиях, которые оказали на него наибольшее влияние. Ну и три работы самого Кьеркегора. Заключительное ненаучное послесловие к философским крохам. Нет, читать эти произведения целиком я задавать не буду, они слишком объемны, настолько, что объем даже одного из них может превзойти общее количество всего материала для чтения ко всему курсу. Вам будет необходимо прочесть только отдельные выдержки. Далее, «Страх и трепет». Вот эту книгу я задаю целиком. Откровенно говоря, ее чтение лично мне напоминает скорее чтение романа, чем философского произведения. В ней Кьеркегор фактически показывает, как выглядит жизнь на религиозной стадии человеческого существования. Делает он это на примере повествования о том, как Авраам по велению Бога собирался принести в жертву Исаака, выполнив все, что это действо предполагает. Как вам известно, в Библии эта история описывается довольно кратко. Ссылка на нее имеется в 11 главе послания к евреям. Размышления Кьеркегора, конечно, занимают не тысячи страниц, однако они, несомненно, более развернуты, и, мне кажется, читать их вам будет весьма-весьма интересно. История Авраама и Исаака предстанет пред вами в совершенно новом свете. Биографическим фоном служит отношение Кьеркегора с Региной Ольсен.
Это девушка, которую он очень любил, об этом мы поговорим уже сегодня, но немного позже, но в силу определенных причин, которые тоже назовем, Киркегор решил через год после их помолвки эту помолвку расторгнуть и отдалиться от Регины. В своих заметках он пытался объяснить свой поступок, как бы давая понять, что никогда на самом деле Регину не любил и что не смог бы сделать ее счастливой. Но этими доводами он всего лишь хотел охладить ее чувства к нему, отдалить ее от себя. «Если он ее так сильно любил, — спросите вы, — то почему расторг помолвку?» Пытался максимально дистанцироваться от Регины и заглушить взаимные чувства. Дело в том, что Киркегора буревал страх и ужас от того, что над ним и его семьей висит проклятие. В конечном итоге, по убеждению Киркегора, это проклятие нависло бы и над Региной, и, желая ее от этого оградить, несмотря на свою невероятную любовь к девушке и желание быть ее мужем, он решил для себя: «Нам нужно расстаться. Я должен порвать с ней. Она не должна делить с нами наше бремя и принимать на себя муки». Свой разрыв с Региной, отказ от нее ради нее же самой, ради ее нормального будущего, видится Киркегору примером жизни на религиозной стадии и поступком сродни тому, на который решился Авраам, а именно принести своего сына Исаака в жертву Богу. Разница, конечно, в том, что Бог остановил Авраама и не позволил ему умертвить Исаака, тогда как Киркегор пошел до конца и порвал отношения с Региной. Тем не менее, в этих историях он видел параллели, рассуждая об Аврааме и Исааке в своем трактате. Страх и трепет подспудно размышлял о своих отношениях с Региной. Далее вам также предстоит познакомиться с книгой Киркегора под названием «Философские крохи». Не знаю, сколько времени ей уделяют в подобных курсах по философии Киркегора, но, на мой взгляд, работа эта весьма значима. В ней обсуждаются темы, непосредственно связанные с такими вопросами, как «что значит быть христианином» и «что такое духовность», равно как и многие другие вещи. Думаю, читать и изучать эту книгу вам будет очень интересно. Ну и дополнительная литература. Здесь мне кое-что нужно изменить. В библиотеке этих книг нет. Сегодня студенты ищут книги на Амазоне и каких-то других веб-сайтах. Это сочинения, в которых Киркегор критикует историческое христианство. Понятие страха и более позднее его сочинения, сочинения любви и чистоты сердца, которые целиком представляют собой духовные размышления мыслителя. Еще раз подчеркну, покупать эти книги не обязательно. Вы можете приобрести лишь те из них, которые пригодятся вам для написания курсовой работы. Что же касается литературы для обязательного чтения, то эти источники я прошу прочесть в обозначенном порядке. Прежде всего, это книга Лоури, далее Бритала. Повторю, читать вы будете не весь текст, а избранные фрагменты по мере того, как соответствующие темы
будут обсуждаться в ходе курса. Затем надо будет прочесть «Страх и трепет», «Философские крохи» и заключительно «Ненаучное послесловие к философским крохам». Опять-таки, только некоторые его части произведения очень объемные, поэтому что конкретно нужно читать, мы дополнительно сообщим. В дополнение к материалам для чтения на следующей странице в пункте С. Предыдущие пункты мы пропускаем, поскольку докторантов среди вас нет. Предлагается следующее задание. Выберите любую интересующую вас тему по философии Кьеркегора и напишите по ней обстоятельную исследовательскую работу. Вы можете выбрать и проанализировать два из его наиболее важных сочинений. Однако в результате мы хотим увидеть не хвалебный доклад по книге и не пересказ материала лекций. С другой стороны, вы можете обратиться к какой-либо важной теме или вопросу, который поднимает Киркегор, которые затрагиваются не в одном, а в нескольких его сочинениях. Например, можно проанализировать взгляды мыслителя на взаимоотношения веры и разума. Или же в своей работе вы можете попытаться ответить на вопрос, что имеет в виду Киркегор, когда говорит, что истина есть субъективность. Можно ли это утверждение как-то обосновать, или же оно совершенно неоправдано? На первый взгляд, это откровенный релятивизм, и, полагаю, многие христиане, узнав о том, что это одна из ключевых тем философии Киркегора, скажут, что этот человек просто не может быть христианином в традиционном понимании, в традиционном смысле этого слова, не может исповедовать евангельское христианство. Однако для того, чтобы сделать вывод одной лишь этой фразой «истина есть субъективность», ограничиваться нельзя. Важно понять, что он под ней подразумевает, почему так говорит, что пытается показать. Вы увидите, что данное утверждение представляет собой реакцию Киркегора на то, что в то время происходило в датской церкви и в обществе в целом. И церковь, и общество тех дней считали истинным объективное. И поскольку мы контактируем с объективным, поскольку оно доступно для восприятия, оно, решили мы, и есть истина. И с этим утверждением можно дальше идти по жизни, как будто все остальное значение не имеет. Мы во всем разобрались, и думать тут больше не о чем. Вопрос исчерпан. К сожалению, многие из соотечественников Киркегора точно так же воспринимали свои отношения с Богом и полагали, что это собственно и есть христианство. Мыслитель же настаивал, это совершенно неверное понимание и сути христианства, и того, что значит быть или стать христианином. Так вот, когда вы в ходе занятий уясните позицию Киркегора, если она, конечно, вам еще не знакома, то увидите, что его утверждение «истина есть субъективность» не столь возмутительно, как это может показаться на первый взгляд. Или еще вариант. В своей работе вы можете провести сравнительный анализ воззрений Киркегора и какого-то другого известного современного мыслителя на тот или иной вопрос. Требования к написанию работы в магистратуре. Насколько я понимаю, магистранты здесь все. Объем не должен превышать 10-15 страниц текста через два интервала. Оценка за курс будет складываться из обязательного чтения. 1/5 от общей оценки. В конце семестра перед итоговым экзаменом вы будете отчитываться об объеме прочитанного. Ну и курсовая работа.